Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Александр Обойшев, и мне многие писали, что эти две колонки можно заставить работать вместе. И сегодня у нас будет видеоэксперимент, где мы будем подключать JBL Clip 2 к JBL Go или JBL Go к JBL Clip 2. Вот, поехали! Если честно, мне этот эксперимент очень интересен, потому что я бы сам с удовольствием бы пользовался этой функцией. Все-таки, как бы это значит, звук громче должен быть, если две колонки подключить вместе. Вот. И я надеюсь, что все получится, потому что я очень этого хочу. Вот, как так. Для начала я вам продемонстрирую то, что колонки две рабочие. А то если что-то не получится, начнут писать, что, мол, у тебя колонки не рабочие, дизлайк, отписка, все плохо, и, ужас вообще какой-то. Эти все колонки исправны. Для начала послушаем JBL Go. Так. Ребят, эта колонка работает в исправном состоянии. Теперь давайте проверим JBL Clip 2. Так, чтобы эта колонка вас не отвлекала, я уберу ее вот сюда. Так, теперь пришло время JBL Clip 2. Подключилась, включаем дальше. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Да, эти две колонки находятся в рабочем состоянии. И теперь давайте начнем наш эксперимент. Итак, мы подключаем по проводу AUX. Надеюсь, я уже правильно сказал, потому что, будет уже как-то обидно, если да, реально что-то. Вот сюда мы, потому что никуда в другое место он уже не влезет в этой колонке. И я думаю, надо сделать главную колонку. Сейчас какая у меня главная? Давайте посмотрим. Так, сейчас у меня главная колонка JBL Clip 2. И мне сейчас у меня главная колонка JBL Go. То есть, она как бы главная, а это вторая ведущая как бы колонка. Итак, давайте проверим, будет ли так работать. Ничего не изменилось, короче, работает одна JBL Go, если она ведущая. Давайте посмотрим, когда будет самое главное JBL Clip 2. И я надеюсь, что тогда должно получиться, все-таки как бы провод-то относится к JBL Clip 2. Вот, как говорится, давайте попробуем. Нет, ребята, не получилось. Что-то, как говорится, пошло не так. Почему-то, когда главная колонка JBL Go, она одна начинает работать. Когда главная колонка JBL Clip 2, она начинает работать одна. Я не понимаю, почему. JBL мне дали цельный разъем. Дали провод вот этот вот. Я их подключаю, они не работают. Почему? Ребят, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. То ли я что-то делал неправильно, то ли это на этих двух... Извиняюсь, то ли это все на двух колонках этих не работает. Вот, пожалуйста, напишите ваше мнение в комментариях, мне интересно. И, я бы, конечно, хотел, чтобы это все-таки работало как-то. Вот, всем пока, до новых встреч. Вот, и подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки. И скоро будут новые видео, пока-пока.